торговому центру подъезжают служебные машины с мигалками и колонна автобусов. Транспорт с надписью «Дети» выстраивается на парковке. Организованными группами ребята отправляются внутрь. Все они приехали из области на губернаторские елки. И по старой доброй традиции сначала их кормят сытным обедом в ресторане «Кружка». При питании детей, особенно такого количества большого, должен быть особенный контроль и двойная безопасность, даже тройная, осуществляться. Поэтому помимо нашего внутреннего строгого контроля от поставки продукции на предприятие до подачи блюда на стол, также ежегодно процесс питания детей проверяется и контролируется надзорными органами, в частности Роспотребнадзора. Красавый и очень вкусный. Мясо лучше. У ребят новогоднее настроение. Подражая взрослым, они чокаются стаканами с морсом и ведут за столом светские беседы. Рассказывают друг другу, о каких подарках на Новый год мечтают. Я бы хотела, чтобы Дед Мороз мне хотя бы подарил настоящего живого маленького рыжего маленького котенка. Потому что я всегда о нем мечтала. Дед важен подарок. А что важно? Ну, новогоднее чудо. Наверное, iPad. Уже больше 10 лет Министерство образования и городские администрации доверяют «Кружке» такую ответственную миссию. В эти предпраздничные дни ресторан принял около 1500 маленьких гостей. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ-21+.